Привет, меня зовут Матвей Северянин. Я уже 4 года занимаюсь видео на YouTube, получил серебряную кнопку YouTube, заработал на квартиру с помощью YouTube, в общем, хорошо в этом разбираюсь. Сегодня я хотел рассказать про наш новый проект, который называется «Школа YouTube». Мы научим тебя с полного нуля красиво разговаривать, вести себя в кадре правильно, снимать видео, монтировать, оптимизировать ролики, заливать их на YouTube и зарабатывать с помощью видео на YouTube. Прямо под этим видео есть все подробности по вступлению в нашу школу. Присоединяйся и начнем работать в команде на твой личный результат. Жила в одном краю красавица, обреченная проклятием на вечный сон, прервать который мог лишь поцелуй истинной любви. Но принц не пришел. Я часто вижу ее во сне, всегда спящую. Она ждет моего поцелуя и будет ждать, пока я не найду ее. Алло? Лайф Кайзер умер и оставил свой особняк мне? Мне известно не больше вашего. Наша фирма отвечает за исполнение завещания. От чего он умер? Вы знали моего дядю? Нет, он жил отчужденно. Томас, оказавшись в кайзеровских садах, строго следуй правилам. В тебе течет кровь нашего рода, а она открывает все комнаты особняка. Это происходит уже вторую ночь подряд. Так часто еще ни разу не повторялось. Это не сон, все слишком реально. Я по-прежнему сплю и жду твоего поцелуя. Что произошло, Линда? Тебя, похоже, повязали этим домом, а я хочу отыскать брата. Это духи. Люди называют их демонами, призраками, джиннами, но они повсюду. Должен быть способ разрушить проклятие. Это что, кровь? Похоже, да. Если мы отыщем спящую красавицу и разбудим ее, мы снимем проклятие.